Вот прикольный тент. Прятаться от дождя. Пойдем. Вот так толпой потом студентами будете, толпой вот так вот выезжать будете. Прикольно же. Где? О, он тут висит, видишь, на пакетике, походу, подкормка какая-то. Папа, оу. За хрень какие-то понавешали. Намусорили. Точнее, завтра на рыбалку, может быть, пойду. Тебе удочку подарить эту? Думаю, тоже в поход ходили. Думаю, после школы съездим куда-нибудь порыбать. Где-нибудь хоть в этом, в университете. Ага. Андрей, это капа называется, походу. В том году, помнишь, на лодке с того берега поплыли сюда в октябре.
На рыбалку? Слушай, у меня, я думаю, один выходной будет. Слушай. Вот видишь, плохо, что один выходной у меня. Так бы поехали бы с ночевкой. Есть? Вот, можно попробовать. Там на пару минут попробовать. Не, лучше с ночевкой, чтоб прям поймал и пожарил. Можно было бы вообще ту рыбу не чистить, пожарить, а потом уже по этому.